Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Госдума, ОлТВ, Дэн, Плеймаркет.Гусоняк, пацаны, скажите классные слова. Всем привет, 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 всем нравится рубрика, когда мы ломаем постройки на воде. Поэтому у нас сегодня будет классная рубрика «Выживание на плавающей постройке». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. И давайте договоримся сразу, если вы хоть немножечко один раз улыбнетесь, с вас 100% лайкосик. Так, ну давайте тогда начнем вас разделять. Да не надо. Надо, надо, надо. Ой, хорош! Надо. Отлично! Так, я не понял, вы ничем не скреплены, но у вас видно, как будто вы... Скреплены. Скреплены. А это магия. Вне Хогвартса? Да. Это все Саня. Это он виноват, да? Да, он что-то на флайпе записи. О, загорелось, отлично! Так, смотрим. О, Дэн! Ого, ну тут трещит все. Ага, вот, тут эта стена, получается, вас скрепляет, да? Или нет? Нет. Нет. Так, вы до сих пор скреплены, как это... О, упал кто? А, не, не упал. А что ты скажешь, если, допустим, смотри... Ой. Ну что ты стоишь, смотришь на гранату, ну что ты делаешь? Стоит такой, смотришь, что это за штуковина? О, ты куда поплыл? От тебя подальше. Хорошо, Госдума, стой. Так, пацаны, у вас есть шанс перепрыгнуть на другую дощечку? ЛТВ хватит. Пошел нафиг. Ох, ты молодец! Ты вот так решил? Вы сами с ним все. ЛТВ слился. Осталось 3 человека. А 2 осталось. Ну да. С помощью миномета мы выясним, кто же из них везунчик. Пацаны, стреляй по центру и посмотрим, как оно будет по вам попадать. Сейчас я умру. Ого, ну лупашит. Надо ближе чуть-чуть. О, давай, тихо. Ого, рядом. Хорош. Гусанечек. Да. Так и по ятучке гасни. Не попадает вообще косое. Делаем по-другому. Пацаны, летят бомбы. Ну все, сейчас не жопа. Кто последний, тот и будет победителем. 3, 2, 1, 0. Я последний. Ого, Гусанёк последний. Пацаны, залетайте, Гусанёк. Сейчас ты должен показать, как надо красиво ломать. Прояви какую-нибудь смекалку, чтобы это было интересно. Так, окей. Пацаны, вы готовы? Итучка, давай, мы должны с тобой затащить. Потому что мы... Опа, ты ненормальный, что ли? Ты чем фигачишь? У него топор? Смотри, что я умею. А этот топор что, стрелять может? Ну да. Да. А я не знал. Ого! Да ну, а что оно как пердит такой звук? Не знаю. А, он просто может ломать? Он ударом одним просто ломает. Ого! Реально. Ух ты! Денчик, ты сейчас сольешься, если так будешь стоять дальше. Сейчас мы с тобой сольемся. Нет, 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 держись. Я за стекло. Нажимай назад просто, или вперед, или как, смотри, как стоишь. Ай, не ударил. Блин, я переклоняюсь. Ого, что там за металл звуки такие? Как он-то топором бьет такой звук, да, прикольный? А, огурчаткин сын, ты сейчас сдохнешь. Ой. Так, 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 вот, отлично, отлично. Я буду упираться. Блин, об эту штуковину держимся. Ай. Ну, Гусанёк, ну что ты за псих? Так, один слился. Ого, сам себя убил. Сразу видно, профессиональный ломальщик у нас сегодня. Блин, прикольный звук, когда он стреляет. Мы живые еще. Все хорошо, стоим. А, это я стою на этой штуке. Тебе не сильно повезло. Ого, ну горит там все. У тебя тоже горит жопка? Нет. А, я в воду упала, я тону. Доски под водой горят. Ого, здесь одоробало получилось этого здания какое-то. Я вроде как еще нажимаю, но... Нет. Ого, на лупе. А на какую ты кнопку нажимаешь, оно так фигачит? Правую кнопку мыши. Я не знал этого. Ребята, у нас только есть классное оружие, я только узнаю сейчас, как оно работает. Кстати, это оружие, да, попросил добавить Дэн. Прикольный автомат. Прикольный топор. Ну, лупит как автомат. Так, давайте смотреть, кто у нас выжил. Не, вот еще у нас есть Госдума там, шкерится. Был. Был. Так, ну, получается, все, кто последний был.
Госдума, по сути. Все, Госдума, ты победил. Давай, Госдума, мы готовы. Реально смотри. Ой. Что-то страшно. Согласен, что-то есть. О, приедем. Ой, трещит, привет. Ой, преклоняется. А что он там сделал, что он наклонится? Давай, ты ненормальный, что ли? Ненормальный. Пацаны, мы выживем. Мы выживем. Нет! Кто поломал дом? Это было красиво, как она упала. Что такое? А, вы втроем живы? Да. Есть, о, вдвоем. Дэнчик, как ты думаешь, кто из нас выиграет? Я думаю, сейчас обои сольют. Нет, обои не сливаются. Обои. Все. Ну, вот все. И все. Я победил? Нет, живой. А, кто? Дэн. Дэн, Дэн, ты не упал вниз, получается? Я думал, ты в воду слился. А, молодец. Не, ну красавчик. Ого, ну лупашит. Мы готовы, ДНС. 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 Интересно, он там сидит и думает, так, ядерную бомбу сбросить или что же им сделать? Ядерную давай. Он пулемет поставил, пацаны. Видите? Ну это все капец, мне кажется. Дэнчик, привет! Только не сильно лупаш. Он сейчас будет по дну стрелять, там где доски внизу находятся. Ого! Уже плавает. Опа. Ого! Прикольный звук, да, выстрела автомата? Да-да-да. Ой, что-то шатается. Не умирай. Нет, я должен выиграть хоть еще раз в жизни. Так и я тоже. Ой, телевизор несешь, молодец. Ты куда его? Дэн, тут телевизор, ты смотри, его не утопи. Он дорогой очень. Ой, все, он уже под водой. Он паляет, блин, мне страшно. Так, надо было этот телевизор оставить и... Нет. Дэнчику по голове дать им. О, я за шкафом буду стоять. Я вот так выживаю по-любому. Стреляй по Диме. Нет, не стреляй. Кстати, у нас хп тратится. У меня 72 хп. Блин, ну вообще как-то. Да. Кто говно кидает? Это все ты. Надо по Дэну кидать. А интересно, можно до него докинуть или нет? А ну давай попробуем. Давай. Ой. Хорош, 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 хорош. Ой-ой-ой. Что случилось? Чего я прыгаю? А, из-за того, что я подлетаю, у меня руки делают как будто невесомости. Дэн, ты вообще не умеха. Зачем вы это сказали? Потому что он быстрее сольет нас. Я буду победителем. Вон, стреляй в правую часть, в уголку. Ой. Да блин, я утонул. Ладно. Хотел подстрекательством заниматься. Гусанек, ты молодец. Смотрите, какую постройку гигантскую приготовил гусаньку. Но она очень сильно хрупкая и будет шататься так сильно, что можем даже от малейшего взрыва просто все вместе слететь под воду. Давай, гусанек, удиви нас. Давай бей по этой башне. Плюнь. А вы сейчас... где все? Я вас не вижу. А мы сверху. А вы еще выше? Да. На столбике. Ну я настолько тут вижу троих, а остальные где? Внизу? А внизу остальные, да. Вижу. Хорошо, мы будем вверху все равно. Вдруг повезет. Они умрут быстрее. Мы нет. А где гусеник? Я его не вижу. Я тут. И точка, куда ты упадешь? Давай. Я все разрушаю. Не надо разрушать. Оно уже шатается. Ой, кого так запыльнуло? Лифт приехал. А чё, кто-то улетел? Дэна запыльнуло вверх. А, нормально. А, вот. Ничего себе, ты как это делаешь? Ай! Не стой там. Хорош, Саня. Хорош. Ну, блин. Я лифт вызвал, пацаны, мы сейчас будем на лифте ехать. Он поднимается, лифт, или нет? Нет, я его сломал. Блин, гусеняк, поломался лифты. У нас выхода нет. Ой, крыша потекла у кого-то. Держи ее! А, ладно, поздно. Чего он фигачит? Что это за оружие? Монтировка админская, я понял. Нет, это не монтировка. Гордона Фримена еще есть. Ай! Нам капец, все, пацаны. Это автокулаки. Кулачки. Ай, Тучка, привет. Вот видите, что я придумал? Что? О, да ну блин, ну что ты сделал? Есть! Я живой, я живой! Отлично. Все, Дэн упал, я видел. Будем тут с тобой тащить. Мы с плаварки там затащим по любасу. Нет, нет, нет. Летучка живи. Я живу. Вот это вас перегрованило. Ничего себе колбасит. Пойдем в огурец. А, все? Мы вдвоем остались с ним живые? Да. Ух ты, красиво. А, все, ты выиграл. Видишь, как оно красиво? На самом деле это случайно, да? А, для этого момента было так красиво. Я сейчас буду ломать постройку очень необычным способом. Удалителем. Просто буду удалять пропы. Смотрите.
Эй, чё она не ломается? О, смотрите, смотрите. Отлично. Саня, привет. Пошло, пошло, пошло дело. О, нет, держится еще. Бежать отсюда. Во. Бежать. Молодцы. Молодцы. Я видел. А вы красиво на лифте поехали, молодчики. Я не могу удалить эту штуку. О, если я удалю. Живые. Живые, да ладно, как вы выжили, красавчики. Так, у нас есть Дэн, ОлТВ, Гусанёк и кто еще? И все. А, и все. Так, теперь будет рандом решать. Где моя граната? Ой, видите? Нормально лежит. Ой. Красиво. Все. А, Дэн? Дэн, ты молодец, ты выиграл. Ребята, у нас сегодня будет новая постройка. Это подвесной мост. Притом плавающий. Давай, Денчик, мы готовы. Такое ощущение, что мы плывем, да, куда-то? Это я грибу. А, это ты гребешь? Сразу вот помогайте, помогайте. А как гребсти? Просто приседом вперед. Во, нифига себе, мы сейчас... Дэн, пока, мы поплыли. Нифига себе. Нормально мы скорость набрали, мы пираты мостовые. Да. Говно кто-то кидается. Это ЛТВ, как обычно. Мы плываем, давайте. А я вижу по воде, что мы быстро плывем. Вот, смотрите, как мы уже отплыли. Эй, слышь, ты топорист, ты что делаешь? Он хочет мост разломать на две части, пацаны. Блин, я же... Да ладно, я в воду не упал, я просто подпрыгнул. Я не могу прыгать. Я не могу. Че оно не прыгается? Мы все равно тащим за этот мост. Из-за веревок, потому что надо ему ломать вот эти, короче, столбы, которые держат канаты. Так, хорошо, я вижу. Во, пошло под воду. Сейчас мы рассоединимся, осталось немножко. Во, я уже телепаюсь не так, как вы. А, что за пердовоз? Ничего себе, он там выплевывает, сколько этих выстрелов. Так, ну пока мест мы плывем, хорошо. Мы уже отплыли, скоро до конца карты доплывем. Он под вами ломает, пацаны. Все, вы теперь не сможете... Да. А-а-а. Ты что, красавчик наполовину? Дэн, стой. А, я в воду. Ба-а-а. Ну и ладно, блин. Так, здесь три человека осталось. Пацаны, летит. Ты что, псих, живи ли нам? Ба. Че, все слились? Да. В этом ролике победил Гусанёк, не спорю. Красавчик. Ну давайте, пацаны, по-честному, мы специально сделали так, чтобы он выиграл в этом ролике. Да, конечно. Мы поддавались. А ты что думал, что ты всегда хорошо играешь? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.